Всем привет! В следующем уроке вы узнаете, как задавать вопросы, поэтому сейчас мы будем учить вопросительные слова. Первое вопросительное слово. What? What? Переводится «что?», «какой?». What are you doing? Что ты делаешь? What is your favorite color? Какой твой любимый цвет? Если вы хотите что-то переспросить, не надо использовать это слово. Excuse me. Еще одно интересное вопросительное слово. Why? Почему? Why? Почему? Зачем? Носители языка могут отдельно употреблять, когда они хотят спросить вас, почему ты вообще об этом говоришь? Почему ты об этом спрашиваешь? Поэтому они говорят просто why. И это подразумевает, почему ты об этом спрашиваешь, зачем? Are you free on Friday evening? Why? I want to ask you out. То есть они не говорят полностью предложение. Why are you asking? Почему ты спрашиваешь? Они просто говорят, почему? Why have you done this? Почему ты это сделал? Следующее вопросительное слово. Where? Где? Куда? Where are you going? Куда ты идешь? Where do you live? Где ты живешь? Where are you? Где ты? When? Когда? When will you come here? Когда ты сюда придешь? Who? Кто? Who is that? Кто это? И последнее на сегодня. How? Как? Каким образом? How are you? Как дела? Итак, на сегодня все, и я жду вас в следующем уроке, мы будем учиться задавать вопросы.